Подружись со спортом и получи приз. Подведены итоги традиционного республиканского конкурса детского рисунка. Награждение победителей прошло в зале Олимпийской славы Национального олимпийского комитета. Конкурс проводится уже в четвертый раз и объединяет ребят, неравнодушных к рекордам и медалям. Раз в два года они соревнуются в мастерстве художественного рисунка. На этот раз участие приняли более 180 тысяч учеников первых шестых классов. Приятно отметить, что со времен основания конкурса его организатором вместе с президентским спортивным клубом является и телеканал ОНТ. Ведь задача не в том, чтобы определить какие-то художественные таланты, а задача в том, чтобы показать детям красоту спорта. Вообще спорт и искусство, они в чем-то близки. Во-первых, это азарт, во-вторых, это красота, в-третьих, это желание победить. Эти дети, наверное, ну, не побоюсь такого слова, талантливые. Огромное количество работ. На самом деле было трудно выбирать. В прошлом году в жюри участвовал. У нас были большие дискуссии. Вот, мы даже спорили, пытались там понять, какой возраст участника. Абсолютно было так непредсказуемо. Исключительно положительные эмоции. На мой взгляд, обязательно надо поощрять этих малышей. 70 работ дошли до республиканского финала. Жюри, в составе которого немало прославленных чемпионов, определило лучших. В младшей возрастной группе победителем стал Ярослав Прадед из Минска, в старшей – Андрей Савольский из Гродненской области.